Орловское управление судебных приставов России вышло в лидеры. В российском рейтинге наши приставы занимают 5-ю строчку, а в ЦФО закрепились на 1-й. Такие показатели озвучили в пятницу на ежегодной коллегии в управлении. В результате нам удалось существенным образом изменить ситуацию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение остатка исполнительных производств от состояния ребенка на 10,3%. Кроме того, что больше нерадивых родителей стали финансировать жизнь своих детей, приставы похвастались еще и успехами в другом направлении своей работы. За первое полугодие ими было прекращено 468 исполнительных производств по задержке или невыплате заработной платы жителям Орловской области.